Там березовая роща. Там бывший малинник хороший. Теперь его нет. А там дорога к дому. Может, это мята? Это вот там, где кипрей растет. Вот чуть вот пониже кусочек, цветочки такие. И там даже Божья кровь колец на небо летит. Божья кровь колец на небо, пшеня, снег, ваук хлеба. Нет, это не мята. Не мята. Хоть и помята. Очень пахучие растения. Очень пахучие. Высота-то под метр 80, наверное.